Я приветствую вас на своем канале «Исламские видеоуроки», и мы проходим ряд видеоуроков «Намаз от А до Я». И тема «Нафиля намазы», и сегодняшняя тема – это как совершать намаз духа. Намазы духа. Это такой «Нафиля намаз». Вот, давайте почитаем. «Намаз духа. За намаз духа также засчитывается 100 савабов». Вот Аллах Тааля пишет за исполнение духа намаза 100 савабов вознаграждений. Из них за 75 Всевышний Аллах воздает на этом свете, а за 25 в следующей жизни. То есть вы его совершили, 75% этого саваба Аллах Тааля воздаст вам в этом мире богатством, везением, удачей, прощением грехов, я не знаю, Аллах Тааля лучше знает. Вот что-то из этого Аллах Тааля, вот эти 75% саваба сделает в этом мире полезным для тебя. И 25% идет в ахират, в судный день. Следовательно, тот, кто постоянно совершает намаз духа, не будет испытывать затруднений на этом свете. Намаз духа состоит из 6 рекиатов и совершается по 2 рекиата. Через 45 минут после восхода солнца. Смотрите, намаз утренний, фаджр, когда выходит? Например, 8 часов утра выходит. 45 минут ждете, потом можете начинать читать намаз духа. И этот намаз духа длится вот с этого времени и до зенита. Приблизительно в этом времени можно совершить намаз духа. 6 рекиатов читается по 2. Читается как суннат утреннего намаза. 2 рекиата читаете, салям даете, встаете, еще 2 рекиата. Итак, 6. То есть 3 намаза по 2. 1, 2, 3. Вот. И делайте дуа Всевышнему Аллаху. Получается, тот, кто его будет совершать, иншаллах, не будет испытывать затруднений в этом мире. Аллах Тааля эти 75% будет помогать тебе. Смотрите, если так посмотреть, кто читает ауабин намаз и духа намаз каждый день? В ауабине намазе, если вы помните, в этот мир идет 70, в этот мир идет 25%. Аллах Тааля воздаст уже, да, из 100. А духа намаз 75% в этот мир идет. Получается, вознаграждение того и этого, если сложить, получается 100. И также смотреть, если ахират, судный день, когда ты читаешь ауабин намаз вечером, да, который 75% идет в ахират, в судный день. А намаза духа 25% туда идет. Если это все сложить, 100%. Если вы читаете ауабин намаз, духа намаз, у вас будет по 100 для этого мира и 100 для ахирата. Альхамдулилля. Еще после, кроме этого, вы приближаетесь к Всевышнему Аллаху. Вы будете ощущать себя по-другому. Вы начнете любить Всевышнего Аллаха. Если вы будете ощущать любовь Аллаху, то знайте, что Аллах уже вас начинает любить. Альхамдулилляхи шукр. Если видео вам стало полезным, поставьте лайк, прокомментируйте. Аллах Тааля разыбался. Если вам что-то было непонятно в этом видеоуроке, напишите. Если хотите уточнить, напишите. Вопрос задайте, иншаллах, ответим. Будет время. И, конечно, распространяйте это видео у себя в соцсетях, чтобы люди знали, как читать, когда читать. И подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали. Спасибо за внимание. Аллах разбился.